Всем привет! И сегодня я покажу всякие покупочки, которые купила Оксана и ее мама. Давайте начнем. Первое. Так. Это вот такие скребочки. И они такие разноцветные, очень красивые. Вот яркие такие еще. Второе. Это вот такая помада, такая розовая. И сейчас я покажу, как это выглядит на мне. Вот так это выглядит. Они стали еще ярче. Очень прикольно. Мне нравятся вот такие вот. Вот такая помадка. Вот это мама все купила, наверное. И следующая, это вот такая тетрадка. Она очень красивая. Так, вот здесь вот такие блестяшки. Очень прикольные. И две бабочки, тоже очень красивые. Очень красивая тетрадка. Такая еще фиолетовая была. Вот. И третье. Это вот такое вот мыло. Оно яблочное и очень пахнет яблоком. Очень вкусно пахнет. Ладно, давайте следующее. Это последнее. Это такие стразики. Они такие блестящие и очень красивые. Вот. Да, они очень красивые и блестящие. И сейчас я покажу, как это выглядит.